хореографического искусства «Волжский дивертисмент» представлены все танцевальные жанры. Коллективы готовятся к своему выходу и получают советы от наставников. Самой главной линии колонны соблюдайте, пожалуйста, центр сцены. Он очень важен. И самое главное – настроение. Платочек, если кто уронит. Все, забыли про платочек. Настроение себе и зрителю создаем. Хорошо? Хореографическому коллективу «Сказка» пришлось намотать не один километр, чтобы принять участие в конкурсе. В областную столицу ансамбль приехал из села Утевка. К выступлению артисты готовились с особым трепетом. Но нам хотелось праздника. У нас не было такого номера, яркого, массового, в красивых костюмах. Вот мы придумали, что у нас будет танец «Праздничная плясовая». Нам они очень нравятся. Когда мы их увидели, мы сразу были в восторге таком ясном. Нам прям запомнились эти костюмы. Все приняли участие более 500 человек. Ученики детских школ искусств, хореографических училищ, колледжей, институтов, академий искусств и культуры, а также творческие коллективы культурно-досуговых учреждений Самарской области. Из критериев, которые ставят жюри, они достаточно сложные. То есть владение школы танца. И мы все время говорим, какие руки должны быть, какие ноги, какая спина, какая голова. Это главное. И это очень трудно сделать. Желающих принять участие в конкурсе было так много, что смотры шли 3 дня. В составе жюри – ведущие хореографы. Одна из главных задач – оценить уровень хореографического образования в губернии. Мы как зрители, мы как жюри отсматриваем. И, конечно, самое главное – это насколько дети могут пролонгировать то, чему они научились у своих преподавателей. Пожалуй, это самое главное. Очень видно педагогические... Елена Малютина, Константин Головин. События.